Бессмертный полк вновь пройдет по улицам Первоуральска. После долгого перерыва массовая народная акция памяти о героях Великой Отечественной войны возвращается в привычный формат. В День Победы первоуральцев приглашают принять участие в шествии с портретами и фотографиями фронтовиков. Бессмертный полк – акция, призванная сохранить память о тех, кто выстоял в Великой Отечественной войне. О солдатах и офицерах, тружениках тыла и узниках концлагерей, партизанах, врачах. Словом, обо всех, кто, не жалея своей жизни, боролся за свободу нашей Родины. Сбор участников Бессмертного полка начнется в 9 утра на проспекте Ильича у школы номер 32. Само шествие пройдет по традиционному маршруту от площади Победы через проспект Космонавтов по улице Орджоникидзе до мемориала Славы у городского кладбища, где состоится торжественный митинг. Ожидается, что участие в акции примут не менее 5000 горожан.